Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн, и сегодняшнее видео будет о моих фаворитах, о фаворитах осени. А также в конце этого видео будет очень классный конкурс, так что оставайтесь вместе со мной до конца этого видео, и вы узнаете, что за конкурс. Скоро наступит зима, и я поняла, что я давно не снимала видео о фаворитах. Тем более сейчас погода располагает, хочется сидеть дома с горячим чаем или с глинтвейном и смотреть сериалы круглые сутки. Вот все. Сегодня я одета таким образом не случайно. Вообще, последнее время, ну, так как наступили холода, я ношу эту водолазку чаще всего. Она мне очень нравится, она меня греет, такого классического черного цвета. Кстати, парадокс, я не могла по городу нигде найти однотонную водолазку. Это должна была быть либо черная, либо серая, либо белая, может быть, коричневого, либо винного оттенка. И нашла я эту водолазку только в Манго. И в начале видео я хочу показать вам вкусняшки, наверное, не знаю, как это назвать, но это органический чай с сайта iHerb. На самом деле, ребята, у меня очень много продуктов с сайта iHerb накопилось. В фаворитах я решила показать только часть, это чай органический. Здесь 25 пакетиков, разные вкусы. Очень вкусный чай, честно, прям вообще очень вкусненький. Особенно мой любимый из этой фирмы «Золотое Манго». Мой фаворит это стевия. Сахарозаменитель натуральный, без каких-либо химикатов и добавок, органика, 0 калорий. Здесь именно капельки, которые я капаю в чай, кофе, какао, все что угодно. Эти капельки с ванильным вкусом, и меня это безумно радует. Следующий фаворит это лампа для селфи, которая надевается вот таким образом, как прищепка на телефон. Здесь есть три режима, раз, два, три. Нам эти лампы подарили на вечеринки от NYX, то есть я не знаю, где их купить, но раздали всем блогерам, и мы реально почувствовали результат, когда в клубе было темно, не было достаточно освещения, и мы делали все селфи благодаря этой лампе. Вы, наверное, видели в Инстаграме наши фотографии, поэтому no comments. Следующий мой фаворит – это Steam крем, или Steam крем. Это универсальный многофункциональный крем для всего тела, для лица, тела, рук. Он выпускается в алюминиевых таких баночках и всегда в разном дизайне. В этот раз у меня вот такой дизайн, казалось бы, смешной и несерьезный, но когда я его нанесла на руки, вначале я нанесла его на руки, на лицо, скажу честно, я его не наношу, потому что у меня ухода хватает. На руках, на ногах, на пятках, коленках он действует просто потрясающе. И знаете, что самое удобное, его можно брать с собой, чтобы не брать с собой много баночек, какое-нибудь коротенькое путешествие, если вы едете на пару дней, можно весь ваш уход заменить вот этой баночкой, даже лицо мазать. Этот крем белый, средний по густоте, но этот крем обладает высокой степенью увлажнения. Девчонки, хочу вам посоветовать эссенцию от Kiehl's. Я в нее влюбилась, она работает 100%. Обожаю. Ее нужно наносить после тоника, то есть на очищенное лицо, перед сывороткой. Если вы не пользуетесь сывороткой, то перед кремом. Здесь очень большой объем, 200 мл, и расходуется эта эссенция очень экономично. Я просто наношу пару капель на ладонь, растираю и похлопывающими движениями наношу на все лицо и на шею. И когда я была в Японии, я часто видела в банях, что женщины пользуются подобными эссенциями. И когда я увидела эту эссенцию в Kiehl's, я даже не думая сразу ее взялась. 100% фаворитом являются гелевые патчи от Beauty Drugs, которые наносятся под глаза, либо на носогубную складку. Я их просто обожаю. У меня осталось там 4 штучки, и я их храню для какого-то, знаете, лучшего события. На самом деле, палочка-выручалочка, за счет того, что здесь в составе есть гиалуроновая кислота, она разглаживает морщинки, какие-то припухлости, заломчики. Этими патчами я всегда пользуюсь перед какими-то важными событиями и считаю, что у женщины они всегда должны быть под рукой. Перед съемками, перед какими-то мероприятиями. Смело могу вам рекомендовать эти патчи. Они классные, состав у них просто замечательный. И я с удовольствием себе закажу сейчас следующую баночку. Девчонки, теперь пришло время для моего идеального восхищения. Я нашла идеальный тональный крем для своего лица, для своего типа кожи. У меня комбинированная кожа на Т-зоне, она жирная и постоянно блестит лицо. Я просто ненавижу из-за этого все тональные основы.
Я постоянно мучаюсь из-за этого. И совершенно недавно я открыла для себя идеальный тон. Это тон от Dior, Dior Skin Forever. В оттенке 20, SPF защита 35. Очень круто матирует, наносится легко. Плотный эффект — это для тех, кто любит, знаете, плотный такой эффект, не полупрозрачный, но не перегружает лицо, не создается эффекта маски. Никаких шелушений у меня этот тональный крем не подчеркнул. Хотя эта тональная основа не дешевая, но поверьте, мне этих денег абсолютно не жалко, так как я просто в восторге, и такого эффекта я на себе не наблюдала очень давно. Здесь благодаря дозатору крем расходуется очень экономично, я предпочитаю его наносить пальчиками, не бьюти-блендером, чтобы его и так сильно не расходовать, так как он не дешевый. Следующий мой фаворит — это палетка Naked Basic 2 от Urban Decay. Мне она понравилась тем, что в ней представлены холодные оттенки. Мне идут холодные оттенки на каждый день без блесточек. Здесь только один оттенок сатиновый. Остальные 5 оттенков матовые. Можно делать с этой палеточкой и дневной, и вечерний макияж. Очень радует, что она маленькая, компактная, удобно держать ее в руках и с собой в путешествие брать, что для меня немаловажно, очень круто. Что касается косметики NYX, у меня ее огромное количество. Честно, я даже не успела перепробовать и половины, но карандаш для бровей я могу подчеркнуть, так как у меня, сами знаете, проблемные брови. Я влюбилась в этот карандаш. Обожаю, он выкручивающийся, двусторонний. С одной стороны хайлайтер, который подчеркивает бровь, карандашик, которым вы заполняете пространство. У меня оттенок эспрессо. Девчонки, очень часто я хвалю сухой шампунь от фирмы Batista. В этот раз я хочу опять его похвалить, но мини-версию, так как мини-версию очень удобно с собой возить в путешествие. Мне кажется, я всегда буду любить этот сухой шампунь. Честное слово, я его просто обожаю. Сохраняет свой результат долго. И я безумно этому рада, обожаю, обожаю, и не раз про это говорю. Вот мини-версию показываю вам, ее очень удобно возить с собой. И, девчонки, хочу показать вам любимые помады от Urban Decay. В коллекции представлены 100 оттенков помад, у меня их чуть меньше, но есть самые любимые, и сейчас я вам их покажу. Вы знаете, что я люблю необычные макияжи, это Junkie. Металлический зеленый. Я уже придумала, какой макияж можно сделать с этим оттенком. Если не сделаю видео, то фото в Instagram точно будет. Также мне нравятся коричневые, рыжие оттенки из этой коллекции. Очень нравится фиолетовый оттенок. И обожаю темно-красный, ближе к коричневому оттенок помады. Они просто шикарно смотрятся на губах. Девчонки, совместно с Urban Decay мы хотим провести конкурс для моих зрителей, разыграть 5 помад, будут 5 победителей, каждый получит по помаде любого оттенка. Радует, что в конкурсе участвуют зрители со всего мира, ограничений нет. И еще очень важное условие, конкурс будет проходить в моем Инстаграме. Ссылку на Инстаграм я оставлю под этим видео. Подробные условия конкурса будут в Инстаграме. Я буду заканчивать свое видео, надеюсь, вам оно понравилось. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.